И еще одна новость в сфере образования. Аттестационная комиссия Миноборнауки России рассмотрела кандидатуру на должность ректора Чувашского государственного университета. Как сообщается на сайте вуза, согласование от Минобра получили двое претендентов. Проректор ЧГУ по учебной работе Андрей Александров и директор Чувашского государственного института гуманитарных наук Юрий Исаев. Ранее на пост ректора претендовали также министр образования Чувашии Владимир Иванов, социолог Нина Полупан-Семедова и завкафедры региональной экономики и предпринимательства ЧГУ Анатолий Яковлев.